После 23 февраля на депозиты казахстанских вкладчиков поступит премия от государства, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. 10% компенсацию выплатит банк, в котором открыт счет. По тинговым депозитам средства поступят на текущие банковские счета. От базы банк перечислит на сберегательный счет. В этот же день завершится программа защиты тинговых вкладов. Спустя 24 часа клиенты смогут снять деньги. Частично, либо полностью. Для справки, премию начислят на минимальную сумму, которая находилась на счету с 23 февраля прошлого года по 23 февраля текущего. Известно, что сумма не превысит 2 миллионов тенге. Прием заявлений на выплату компенсации закрыт. Мы рекомендуем вкладчикам проверить наличие действующего текущего счета для зачисления сумм, а при необходимости открыть его. По данным на 3 февраля 2023 года банки приняли заявление от вкладчиков на выплату компенсации по депозитам на 306,2 миллиарда тенге. Это составляет 92,9% от потенциальной суммы компенсации.